Стоп, я забыл про это место! Ё-моё! Хей, всем здорово, чуваки, с вами как обычно я, Ролюха, и мы продолжаем играть в Castle Online на 13-м сервачочке, ребятушки, да-да-да. И сегодня я решил снова немножко поработать дальнобойщиком. Так сказать, возвращаю будни дальнобойщика, да, давно их не было, не помню, 2 месяца, наверное, да. И вот, короче, продолжаем играть на хаслике, да-да-да, ребята. И, кстати, с вас обязательно лайкосик, сейчас обязательно лайкосик, подписочка, это разумеется. Всем приятного просмотра и приятного аппетита, если вы меня сейчас... Ой, если вы меня сейчас кушаете, я говорю. Не, меня кушать не надо. Если вы кушаете, да, видосик смотрите до конца, он будет очень интересный. А чтобы со мной вместе поиграть на хаслике, нужно его сначала закачать. А как это сделать, многие из вас до сих пор еще не знают. Ну, ничего страшного, давайте я вам лучше расскажу. Слушайте внимательно. Все очень просто, ребята. Нажимаешь на название, переходишь по первой ссылочке. У тебя открывается сайт, нажимаешь регистрация и вводишь свое имя и фамилию на английском. Имя, потом фамилию, вот так вот. Тут нужно ввести электронную почту, придумать пароль, поставить галочку и нажать зарегистрироваться. Тебе придет код на почту, вводишь его, подтверждаешь. Опачки, все, почти готово. Нажимаешь на крестики, теперь нам нужно закачать игру. Загрузить, нажимаешь. Переходишь на сайт и нажимаешь установить. Ждешь скачечки, ну зависит от интернета твоего, да? Быстро там или медленно. Все, играть, нажимаешь тут, разрешаешь как бы. Почти готово. Тут нам нужно загрузить обновление. Да, загрузить нажимаешь, оно у тебя закачивается. Вводишь свой никнеймчик и выбираешь 13-й сервер. Я играю только там. Нажимаешь далее, играть, вводишь свой пароль от аккаунта, который ты придумал при регистрации своего аккаунта. Все, нажимаешь войти, тебе еще раз на почту придет кодик, ты его тоже вписываешь, и вот он, Hustle Online, ребята, вы зашли, поздравляю. Теперь вы готовы играть и покорять этот мир GTA на телефонах, ребята, всех жду. А когда зайдете, обязательно нажимайте на чатик, пишите /P-код, вот так вот, обязательно вот так вот, нажимаете и вводите. Тут мой промокодик, хэштег Райлюха. Именно вот так, хэштег Райлюха. И нажимаешь ввести. И тебе дадут бабосики, да-да-да. Стартовый капитальчик, так сказать. И ты можешь просто, я не знаю, купить себе, ну, начальные что-нибудь такие. Ну, скин можешь точно купить. Там, я не знаю, машину и так далее. Вот, короче, ребят, давайте мы посмотрим вообще, что мы тут можем поделать сейчас. Я вроде как уже устроен. Да, давай-ка я посмотрю. Да-да-да, я вроде тут уже устроен. Давайте посмотрим, куда мы можем, в принципе, поехать. И тут, ребята, какие-то новые модельки, что ли, появились. Да, вот такая. Вот я на такой еще не катался. Ну-ка, давай-ка я в нее хочу залезть. Вроде такой не было, да, ребята? Так, берем, арендуем за 2000. Так, вы начали свой рабочий день. Да, ура. Просто ура. Так, используйте команду BizList для просмотра заказов от бизнесов. Окей, давай. BizList получается. Давай, берем. Так, берем, ребята. Вот это мы берем. Так, получается, мы взяли сейчас заказик. Я снова ничего не успел там посмотреть. Ну, главное, взяли заказик, что там 70 кусочков было, да? 70 кусочков, это просто топово. Нам главное, как бы, взять заказик, да? Потому что ты помнишь, сколько заказов я в одно время потерял, да? Просто были опупенные заказики, а я их всегда просто, блин, терял. Я не успевал их просто, пока читаю, взять. Поэтому, ладно, ребята, все, взяли заказик, это самое главное. И теперь погнали, собственно говоря, загружаться, во-первых, да, пометочки. Вот, сейчас мы загрузимся, все будет у нас четенько и повезем. Я даже, ребят, не посмотрел, что... Так, тихо. Подрезают, блин, говнюки какие. Вообще можно, в принципе, даже себе купить какой-нибудь, может, грузовик свой и на нем уже, ребята, работать. Вот это будет вообще топово. Да вы вообще, ребята, пишите в комментарии обязательно, как у вас делишки, как у вас погодка за окном, как настроение, да. Обязательно пишите, потому что комментарии я читаю, лайку, а самый крутой комментосик попадает куда, ребята? Видосик, правильно. Поэтому есть что, пиши свои классные, опупенные, замечательные, великолепные, крутые, позитивные комментарии. Да, ребята, поэтому обязательно заходите со мной играть. Вот просто повторяюсь, уже какой раз, сотый раз по любасу, пойдет на любом телефоне хаслик. На любом пойдет телефоне Hustle Online. И тут вы можете встретить меня. Да, я тут играю, ну как ты видишь,
вообще сейчас играю, даже для тебя видосик записываю, пока вот, ну, я вот решил поиграть и для тебя видосик записать, да, вот, поэтому, да, тут вы меня можете встретить, не беспокойтесь, тут я играю, встретимся вообще хоть где, вот, там, фига тут пацанчик, фигарит, ну, ты посмотри, фигун, блин, так, ребята, обязательно, если будет красный сигнал светофора, надо будет остановиться, потому что нам дадут штраф, а штраф там получать, ребята, нельзя, потому что мы все-таки работаем дальнобоем, и нам нужно себя хорошо вести, показать хороший пример, так сказать, чтобы нас повысили, чтобы нам подняли авторитетик вроде, да, чтобы у нас дальнобой уровень прокачался, тут вроде, потому что если хорошо как бы ездишь, все у тебя четенько, то тебе повышают вроде как, вот что там было написано, так, старайтесь... Так. Ну, короче, тут вас хвалят, да, вас хвалят за хорошие заказики, за хорошие рейсы, так сказать, да. Так, вот красный как раз сигнал нам попался, мы на нем сейчас постоим, ребята. О, все, желтенький, давай. И зелененький, все, можно, ребята, поворачивать, все четенько, опачки. И мы, в принципе, осталось 1,5 километрика до погрузочки. Сейчас мы доедем, ребята, погрузимся. Я вот честно, ребята, я не помню, что мы вообще за заказ взяли. Вот если было бы написано, что у нас за заказ, было бы четко, что за драка. Что за драка тут? Чё за драка? Нифига себе. А вот подожди, а если вот так вот напишу, у меня бот написано... название так, стройка, необходимый товар, строительные материалы я везу, ребята. Да, и нам нужно 9778 единиц. Ничего себе, так, окей, я понял. А насколько у нас, в принципе, этот самый-то, получается, грузовик? Насколько единиц у нас в прицепе поместится? Я думаю, что 1005, наверное, где-то. По любасу. 1005 по любасу. Что так лагает немножко? Так, давай-ка мы сейчас завернем сюда. Немножко сократим. Опа, пацик тоже едет. Давай, проезжай, братан. Так, и в принципе, заезжаем мы на погрузочку. Так, давай-ка мы тут отъедем, не будем никому мешать. И давай-ка мы погрузимся. Так, я встаю, получается. Так, максимум 6800. Погрузка, давай, 6800 мы и загрузим, постараюсь хорошо доехать. То есть, смотри, нам нужно 9778 единиц материала, это нам нужно за два раза. Это я смогу только, ребята, за два раза привезти. То есть за один раз получается 6800, и то аккуратно нужно будет ехать. И то я даже не знаю просто, куда я сейчас поеду. Я надеюсь, это близко, потому что если близко, то это просто топово. Так, 44 секунды, ждем. О, или нет, все. Так, 6800, да, я погрузил. Максимально, сколько у нас позволяет наш грузовик. 5 километров! 5800! 5800, это куда? Извините меня. Это куда я сейчас пру? Куда я пру? Сюда куда-то? Ничего себе! Ну, не видно, ребят, не видно. Ну, ладно, поехали по навигатору. Ничего себе, 5 километров! Это, ребята, в одну сторону. А еще нам обратно надо. Че, ребят, будем все довозить? Ну, я думаю, я вот никогда два раза не катался, потому что, в принципе, сейчас, если мы приедем, то там будет написано, что вы, типа, молодцы, вы нам все довезли, можете, как бы, закончить, да? Ну, нет, ребята, сегодня я вот реально, если все будет хорошо, если я сейчас не поломаюсь нигде причем, то я постараюсь... Блин, так теперь... Медленно едет грузовик, да, ребят, грузовик полон, и он медленно едет, да, и вот если я реально, ну, нигде не поломаюсь, если я реально нормально сейчас буду ехать, то я постараюсь за два раза все довести. Ну ладно, в принципе, мы уже километр проехали, это очень, ребята, хорошо. Как раз ты можешь видеть, как эта вообще работа выглядит. Вот, если честно, дальнобойщик — это моя самая любимая работа на этом сервере. Вот реально, вот мне она очень сильно нравится. Вот я тебе просто скажу по чесноку. Вот реально по чесночку я вот тебе скажу, реально топовая работа. Нужно, ну вот самое главное, только нужно аккуратно ехать, потому что если едешь неаккуратно, то кирдык. То реально кирдык, башка, вот так все заворачиваем. Фух, вы вообще, ребята, пишите в комментарии никнейм свой на сервере, да, никнейм, там, телефонный номер, вот, сервер, то есть, ну, не ваш, конечно, в реальности, а вот на серваке, чтобы, если что, если бы вы мне тут на серваке начали звонить, то я знаю, что это вы звоните мне, так, ребята, зеленый, все хорошо, едем, да, вот, да, пишите, чтобы я знал вообще, да, никнейм ваш, самое главное, с сервером не этот,
не ошибитесь. На 13-м, ребята, да, потому что меня даже переспрашивают, вот я весь ролик говорю, на ком я серваке, а даже вот есть подписчики, которые забывают то, что я играю на 13-м серваке Хасла, да, ребят, то есть не забывайте, не ошибитесь, вот скажу так, чтобы все было четенько, чтобы все было замечательно, да, ребята, правильно, правильно. Ну а мы уже выезжаем из этого города. Из вот этого среднего, да, как он, Арзамас называется, да, или я ошибся. Я вот реально по названиям немножечко, это самое, мимоходом, немножко не запоминаю название тут на сервере, но в принципе нормалек. В принципе все четко, так, мы, ребята, внимание, почти проехали половину в одну сторону, да. Я очень надеюсь, что мы сейчас доедем, то что я нигде не встану, нигде не разложусь, реально, вот это будет просто топчик. Просто топчик, реально, пацаны. Ну, красота, вот глянь. Просто красотень. Просто посмотри, красотень неимоверная. Еще бы, блин, грузовик этот ехал бы побыстрее, блин, реально. А то вот я загрузился, да, и вот теперь он капец как долго едет. Просто капец как долго, ребята. Это кошмар. Ну ладно, это в принципе пофиг. И так хорошо, попробуем хотя бы за 2 заходика заработать бабосики, да, потому что бабосики зарабатываются тут, на самом деле, я не скажу, что сложно. Вот просто главное играть, ребята, да, потому что вот тут надо играть, зарабатывать, потому что проекты, это как реальная жизнь получается, да, тут все как в реальной жизни, работы, машины, блин, то есть все как в реальной жизни нужно зарабатывать, вот. Нормально, осталось, кстати говоря... Практически почти 1,5 километра. То есть мы, в принципе, уже на подъезде, можно сказать. Да, ребята, мы в южный едем. Мы едем в южный. Тут, ребята, где-то можно штраф поймать. Отвечаю, вот где-то здесь. Где-то здесь можно поймать штраф. Я тут ловил штрафы очень, ребята, очень много раз. Вот здесь. Сколько тут максималка? Сколько тут максимальная скорость, ребята? Я нормально еду? Вот 60 еду, нормально? Вроде нормально. О, я штраф не поймал впервые в жизни на этом месте. Вот тут вот штраф даю. Так, южный, ребята, заезжаем мы в южный. Осталось 800 метров, и мы почти доехали, практически. Так, офига, газелька, смотри, как газелька едет. Вот это он карасик. Вы видали, как он ехал? Угар полный, просто угарчик. Давай, 500 метров, 500, мы почти доехали. Мы почти доехали. Да, ребята, это не совсем уж веселая работа. Это работа, знаешь, чисто отдохнуть, я скажу вот так. То есть чисто играешь, релаксируешь, то есть все четенько. Так, заезжаем и на разгрузочку. Так, давай, аккуратненько. Да, ребят, вот у нас разгрузка. И сейчас мы строительные материалы тут разгрузим, собственно говоря. Правильно? Правильно. Так, давай-ка, опачки, все. 47 секунд у нас разгрузка получается. Давайте мы подождем. Блин, 47 секунд, это, конечно, долго тут еще бы... Вот давали бы еще камерой повертеть, а то так вообще, конечно, ждешь, и, блин, капец какой-то. Это просто жесть. 29 тысяч мне дали, а мне еще нужно 2978 единиц привезти. Ладно, ребята, сейчас поедем. Так, ребята, короче, 2978 материалов нам нужно еще, ну, единиц привезти. И сейчас я снова, ребята, еду, получается, на погрузку. Мне сейчас нужно будет загрузить свою машину, только уже поменьше. Я надеюсь, она будет быстрее ехать. Ребята, короче... О, тихо! Тихо! Красный сигнал, ё-моё. Да, ребят, короче, сейчас я ускоряю видосик, прям быстро-быстро. Сейчас у вас просто вау, капец, как моя машинка поедет быстро. Вот, это потому что я сейчас не хочу вот это вот опять показывать эту всю дорогу в замедленном действии, да, так скажем. Лучше это все сейчас дело ускорить в ускоренной перемоточке. И все, ребята, полетели на погрузку тачки. Блин, опять светофор, ну ё-моё.
Ребятушки, ну чё, короче, в принципе, мы подъехали уже на погрузочку. Пейдейщик я поймал тоже. И давай-ка мы погрузим. Так, давай. Встаем, аккуратненько, бам. Так, погрузка. 2978, да, там надо нам погрузить. Так, подожди, я проверю еще раз. 2978, да. Далее. Все, ребята, 19 секунд, погрузочка, давай, загружай. И мы, ребят, сейчас еще раз, короче, поедем, просто сейчас обратно поедем в то место. Я надеюсь, что сейчас тачка, короче, хотя бы побыстрее поедет. Я надеюсь, тут зависит от того, сколько ты погрузил, потому что я ехал 79 км в час с полностью загруженным этим, получается, ну, этим контейнером, да, с прицепом. А сколько сейчас я могу поехать загруженной полностью тачкой? Ой, какой полностью? Наполовину, да? Да, кстати. А, быстрее, реально, кстати, еду. Гораздо быстрее. Оу май гад, ребята. Все, тогда поехали. Все, сейчас я постараюсь аккуратно довести. Просто аккуратненько, чтобы все было четенько. Четенько-причетенько, ребята. Так, поворотик. Все, ребята, погнали. Все, еще раз. Все, это на самом деле... Впервые я так работаю дальнобойщиком, что два раза еду, но, зато опыт, ребята, опыт не пропьешь, ребята, тем более на таком, блин, сервачке крутом, да в одно удовольствие реально кататься на дальнобойщике, вообще бомба, вообще, вот так вот, от первого лица взял, вот так вот выключил всю интерфейс и погнал, вау! Да, ребята, сейчас бы я просто взял и лишился груза, потому что вроде как убавляется единицы товара, вроде как, да, тихо, что тут так гоняются все, так, поворотик, раз, замечательно, все, вроде как ни штрафа не поймал, пока что все мега замечательно, прям мега замечательно, ребята, да, давай еще поворотик. Все. Ладно, ребят, давайте сейчас я тоже ускорю видосик, чтобы мы по-быстренькому доехали, потому что эту дорогу вы уже изучили, мне кажется, да и сами тут будете кататься, когда будете играть. Давайте лучше ускорим моментик, когда уже буду подъезжать, я с вами, я вернусь. Ребята, я штраф поймал! Блин, первый штраф, я забыл про это место! Ё-моё! На 1000 рублей! На 1120, ребята, я реально забыл про это место! И капец, ребята, и просто капец, блин! Ну я надеюсь, мне за это бабки не убавят, блин, потому что я уже, в принципе, практически приехал на место, блин, вонючее место, ё-моё! Я всегда на нем, блин, ошибаюсь! Это просто капец, я реально штраф поймал! Не везет, ребята, не везет, мне точно не везет, ну хотя бы, блин, писали бы, сколько, где километров в час надо ехать, блин, ну реально непонятно, или там написано, вот если написано, а я дурак, ну, типа не вижу, то я реально дурачок. Так, ну ладно, в принципе, давайте мы разгрузимся. Мне кажется, сегодня, ой, как мы хорошо получим день уже. Так, опа, разгрузка 19 секунд. И сейчас посмотрим, сколько мы, ребята, заработаем. Потому что мы уже практически все, ребята, выполнили. Да, просто сейчас разгрузка проходит. И у нас сегодня, получается, наши будни дальнобойщика подойдут к концу. Я реально за два подхода. Все, дальнобойщик плюс 3. Ребята, подняли мне статистику дальнобойщика. Это просто топ. Вот это я понимаю, ребята, топ. Ну что, короче, это было просто опупенно. Привезли ребятам сюда строительные материалы, да еще и денежку, ребята, получили сразу на лапу, сразу на наш счет, на наш баланс, ребят. Да, всем, короче, спасибо большое за просмотр, за лайк, за комментарий, за подписку. С вами был Райлю.
Илюха, да, я снимаю каждый день. Не забывайте заходить ко мне на 13-й сервачочек Hustle Online и играть вместе со мной. Все, ребята, до скорого, скоро увидимся. Не пропускайте мои видосики. Всем пока-пока!